У нас все-таки получилось выбить один дополнительный световой день для зачистки трюмов. Поэтому мы будем становиться на якорь перед входом в Амазонку. Все происходит ночью, поэтому красоты маневра вы не увидите, но я постараюсь выполнить его за короткое время. Мы уже в маневренном режиме, и в 21.40 я даю средний вперед. Уже в 21.41 малый вперед, 21.42 самый малый, и 21.43 стоп машина. И за эти 3 минуты мы потеряли всего лишь 1,8 узла. Право на борт. Скорости инерции нам будет достаточно для поворота, а выполняем мы его как раз для того, чтобы эту инерцию погасить. Если бы ветер был немного сильней, данный маневр я бы выполнял на самом малом ходу, чтобы не терять управляемость. Итак, прошло 5 минут и скорость уже 6,4 узла. Это немного напоминает дрифт автомобиля. Мы идем бортом, значительно увеличивая площадь сопротивления воды. Ну что же, прошло 10 минут, и мы потеряли 6,6 узла. Ставим прямо руль. Чтобы не напрягать машину, подождем еще чуть-чуть. И на скорости 3 узла даем самый малый назад. Я немного неправильно выбрал направление, но на ветер нас так и не разворачивает, а с течениями угадать тяжело. Тем не менее, через 17 минут после полного хода мы отдаем якорь. Маневрирование заняло 17 минут. С 10,3 узла до отдачи якоря. При этом от полного хода мы прошли 8 кабельтовых вперед и полмили при развороте на 90 градусов. Вроде ничего особенного, но работает.